Вот наконец-то первый щуробей на Suzuki Raider попался. Ну вот уже на протяжении больше часа вообще ничего не берет. Сейчас поставлю Jungle Cat, Fisher Cat, ну и попробуем. Может, что-то все-таки клюнет. Но пока тишина. Уже аж ноги болят. Сидеть без толку. Проходил местный, говорит, на воблеро клюют в основном. Ну, пока я не вижу. Пока не клюет ни на джиг, ни на воблеро. Ехали в Полтаве, на пешеходном переходе стоял светофор. Мы вдвоем его не заметили, проехали. Они нас догнали, показали нам видео, что мы проскочили на этот светофор. И выписали нам штраф. $255. Так что рыбалка сегодня началась с очень неприятного момента, который испортил настроение на весь день. Надеялись, хоть рыба порадует, но похоже, не очень она собирается нас радовать. Случайно, нету поводка лишнего. Да не, есть, есть. Отловите, да. А что, оторвал, да? Не берет никак. Много людей проплыло. Все говорят, клёва нет. Не фарт сегодня. Ни на воблеро, ни на джиг. Не
Не берет. Сегодня погодка красота. Погодка нас балует. Красиво. Но не берет. Трава есть. Посмотрим, что там за глубина. Выход хорош. Дуло стоит в ногу. Блять, сетка такая. Уже скоро домой ехать, а рыбы как не было, так и нет. Не видно, чтобы она клевала где-то что-то. Так что щупачок не берет, щупачок. Ни у кого. Там говорят не берет, здесь не берет. Сегодня неудачное открытие 2018. Ну, друзья, пытаюсь второй день подряд открыться в 2018 году. Добрый день. Снова поздравляю вас уже с 2018 годом. Пробуем поймать щупачка 2018 году. Пока нам этого не удается. Что-то похоже было на тычок. Может, зацеп просто.
Еще не было толкового. Пока нам ничего не приносит результат. Никакая приманка. Ветерок мешает нам, конечно. Тишина, полнейшая тишина. Вот наконец-то первый щуробей на Цуёки Рейдер попался. Работал. Вчера товарищ, позавчера тут взял крупнячка. Ну, у меня сегодня щучка такая, не очень крупная. Отпустим. Ну вот, открытие сезона 2018. Цуёки Рейдер. Чирайдер или Рейдер, как его правильно. Сработал. Щупачка взял. Ну, продолжим. Будем пробовать дальше. Ездили позавчера на псел. На псле не было поклевок. Целый день протвичил. Прокидал все, что возможно. Местные говорят, с 3 числа, не, с 4 даже, уже ничего не берет. А то брала хорошо щука. На Новый год 1 числа брала. Сейчас тишина, затишье. Передают морозы впереди. Может быть, выйдем на лед еще в этом году. Посмотрим. Не будем загадывать. Вон, погнала. Было видно, что погнала щучка. Не крупная. Клёв, конечно, никакой.
ничего. Главное, открыться в этом году удалось. Там будет видно. Солнышко вышло. Природа, красота, свежий воздух. Интересная игра, конечно, в этом воблерко. Щупачок был возле берега. Видно было. Гуляет потихоньку, но не берет. Активности нету. Сегодня перепробовал много приманок. Тут как бы бурьян, трава, тина такая. И вот над ней нужно проводить, потому что остальные приманки в ней упираются, на крючки виснет, сопли от эти все. И как бы толку с него нету никакого. Нужны воблерки те, что такие, сантиметров на 40-50. Смена приманки никакого результата не принесла. Пробуем, конечно. Оставил китайца. Рыбка плещется, смотри, там гуляет. Гулять гуляет, а брать не берет. Дуатайт миноу, это убийца летней щуки. Там на него отлично, не знаю, что сейчас она не хочет его. Видно, щука неактивна, потому и не хочет его хавать. Вот летом он работает на ура. Видно, что прошел там, где стоит стая малька. Там должна держаться щука. Ну, пока тишина. Молчит щука. Тут зацепился. Еще одну проводочку сделаем. Thank you.
Кольца намерзают. Становится некомфортно ловить рыбку. Вон еще чуть-чуть попробуем. Подергаем, а там посмотрим. Ну что, друзья, наверное, последний заброс, и буду заканчивать на сегодняшний день последний. И буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Солнце уже садится. Я думаю, уже клеватина не будет. Если за целый день всего одна поклевка. То уже вечером никак. Но не будет хватать. Ну и на том спасибо. Удовольствие получил. Открылся в этом году мелким щупачком. Надеюсь, что в будущем будет клевать покрупнее, чем в этом году клевало. Еще порадует нас поклевками. Будем жить. Будем пытаться ловить